Радио Войнадж. Так, ну что, ребят, подключаемся. Всем привет. У нас сегодня 30 число. Ребят, зацените, я походу молодею, реально, офигеть. Энерджидец все-таки работает. Привет, 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 мои дорогие подписчики. Едем на 18, корпус 3, Благотворский. Помнишь, что ли? Помнишь? Нет? Сейчас я забью. Знакомьтесь, это Виктория Кичанова. Да, Виктория Кичанова сегодня мой водитель. Мы с ней уже с утра сам ругаемся из-за того, что я полный неадекват, как она думает. И мне кажется, я полный адекват. Привет, привет. Да, я похудел, я вешу 107 килограмм уже с этими разъездами, нервами и прочим, да, худеется. Да, я просто схуднул, да, в действительности, я думаю, еще где-то до 100 килограмм я спущу вес, при этом мне в весе комфортнее всего. Нет, ГР тоже я не принимаю, никакого допинга, никаких стероидов, никаких андрогенов, инсулина, гормон роста и прочее, все в натурашку. Что с 500 тысячами? Сегодня в 20:30 розыгрыш по адресу в паблике ГОСТ. Там все написано подробно, что сегодня розыгрыш в 20:30. И победитель выбирает или землю стоимостью 1 700 000, или 500 тысяч рублей налом. А что с теми, кто в Москве? А что с ними? Какая разница вам где? Главное, кто репосты сделал. Это же конкурс репостов. Хаммер, я сейчас еду в сервис, покажу вам, какая моя тачка, ну, какая она. Хаммер в силе, да, если Цацулин докажет, что я, короче, ну, вписываюсь в дерьмо, или же, если он думает, что он прав, ну, точнее, блин. Ну, короче, если Цацулин прав, я реально ему отдам свой хаммер. Хаммер хуйня. Ну, это, походу, чувак, ты никогда в жизни не сидел в хаммере и не знаешь, что это такое, и вряд ли ты будешь там сидеть. Где условия конкурса? Условия в паблике ГОСТ. ГОСТ через точку g.o.s.t. Зайдите, там все видно. И ко мне можете на страницу зайти, там тоже посмотрите. Условия для конкурса — просто сделать репост. Просто репост записи. Все, больше ничего не нужно делать. Там, где репост записи боевых ботаников и Цацулина интервью. Вот именно это видео нужно репостнуть. Осенью больше выступать. Ну, в силу, знаете, происходящих событий, блин, не знаю, но буду тренироваться.